Итак, я продолжаю эту прекрасную игру. И я немного, наверное, запутался. Немного запутался, я думаю. Доступ разрешен. Нужно что? Что нужно-то? Уже имеется. Этот получше? Уже имеется. Что это? Этот получше или нет? Кто знает? Ладно. Персонаж. Это что? Сопротивление физическому урону или бла-бла-бла-бла. Ты чего? Не хватает. Жонглёр. А это... Максимально. Это без разницы. Хочу это. Что еще? Массовый телекинез. Телекинез не нужен мне. Это что? Неинтересно. Персонаж. Дополнительно. Ну да ладно. Лэдди. Я потом там поеду или нет? Ну да ладно, идем. Да, я немного не понял, что здесь происходит вообще. С этим не могу поехать. Кто? Где? Кто летает? О! Давай сюда. Летает тут. Всякие, блин. Я разобьюсь? Или нет? Где ты летаешь? Мне нужно вернуться. Вот он там. Я не понимаю, наверное. Что-то я не понимаю. А что именно, я не понимаю.
Мне нужно было туда, теперь нужно вернуть. Что происходит? А мне вообще куда? Вернуться нужно. Обратно? Нет. Не понимаю ничего. Кто? Куда их там? Можно. А, ну сюда. Но... Вернитесь в зал. Почему их так много? Боже ты мой. Ужас какой-то. Да пошли вы все нафиг. Целая куча их там. Надо подождать, когда энергия заполнится. Да. Да уж. Дела плохи, да? Как бросать-то? Как бросать? Забыл я. Что? Как бросать? Черт! Как бросать? Ах.
достали. Все достало. Поднимаем. Да пофиг, идем. У тебя кнопка, падла! О! Мы в натуре ебанулись. Плохо. Все. Все очень плохо. Нет у меня. Все. Топор. Иди сюда. Больше ничего. Сохранялка. Сохранение данных. И мне нужно. Доступ разрешен. Все за. Сколько? Лечение. Майор, оружие или способность? Склад. Что у меня тут? Ничего. У меня патронов нет, да? Калаш. Нужно будет вернуть его. А для пистолета у меня есть патроны? Да, есть, хорошо. Возьмем. Все. Ну вот, теперь могу пойти. Сохранение данных. Никого? Вроде бы никого. Кого, да? Ну, я здесь был. Что происходит? Доступ
Ты что-то напутал? Не понимаю. Это как вообще? А? Посмотрим, чем это нам поможет. А как же? Тебе нужно было наверх? И все? Только для того? Все это... Нифига ничего не понял. Так, что тут у нас? Терешкова, ты меня слышишь? Да, дорогой товарищ! Связь восстановлена! Эй, Терешкова! Ну и где там эта твоя башка? Моя? На месте! А голова Клары где-то на вашем этаже! Как я уже говорила, на нее что-то невыносимо давит! Как мигрень! Как экскаватор! Как целая гора! Да понял я, понял! У меня у самого уже мигрень от твоих завываний! Сейчас найдем! Похоже на детскую головоломку лабиринт. Ну, это-то я запросто. А мне куда? А, Д. Ку, Э. Так, головоломка. А где мне нужно? Как сложно. Управление жопа просто. Какой юркий сорванец, а? Как? А, сюда, значит. Ясно. Давай, иди сюда. Да как тебя вертеть? Вот так вот. Что непонятно? А, кажется, я понял. Да мы уже до... Сейчас все получится. Да, получится. А теперь нужно как-то вот так вот. Майор, вы вообще понимаете, что делаете? Ну да, что с тобой не так? Подожди, подожди. А я что, очень долго? Неужели это так сложно? Да, сложно. Да почему?
Почему он там едет? Ничего не понимаю. Да ебучие-то ты пироги! Да, достало немного. Уже почти. Да что за хуй... Храс, знаешь, я, пожалуй, молча. Это... Ха-ха! Вот так это делается! Помните ли вы ту лошадь, дохлую под ярким белым светом среди ржеющей травы? Полыстлевшая она, раскинув ноги, подобно ветке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонной выделяя гной. Солнце эту гниль палило с небосвода, чтобы останки сжечь дотла. Чтоб слитая в одном великая природа разъединённым прила. И в небо ширились уже куски скелета, большим подобные цветам. А смрады на лугу в душистом зное лето едва не стало дурно вам. Так, башку я нашел. Надо идти дальше. Храс, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного. Ну, наконец-то! Все запчасти собраны. Как? Настоящая гостиница. Первый запуск платформы ИК состоялся в 1950 году. На нем был возведен город, получивший название в честь располагающегося на нем конструкторского бюро Челомий. Население летающего города насчитывает около 2500 человек. В основном это научные сотрудники и обслуживающий персонал. Крас, то есть после того, как Дмитрий Сергеевич создал новый гамма-коннектор, он уничтожил старую бету? Формально было именно так. Но на самом деле была уничтожена только технология производства бета-коннектора. Экспериментальную пару колец просто вычеркнули из всех документов и объявили утилизированными. Зачем так сложно? Не хотелось уничтожать плоды кропотливых трудов. Академик Сеченов просто оставил экспериментальные образцы на память. И где они сейчас? Хранились в одной из лабораторий научного центра Сеченова здесь, на предприятии номер 3826. Разумеется, под видом простой атрибутики. С началом сбоя они, кажется, куда-то пропали. Кажется? Видите, что творится вокруг? Что они будут происходить? Пальцы так и лежат на каком-нибудь лабораторном стенде. Если его не разгромили взбесившиеся роботы. После запуска коллектива они будут не нужны. Дмитрий Сергеевич и его гениальная когорта решат все проблемы и без такой. Полностью с вами согласен.
Да ты беги уже. Сейчас, Фольга, я тебя уделаю. Ну, как там теперь дела? Искришь? Совсем не весело. Так, устанавливаю голову. Двойка, двойка, семерка, девять, девять, один, ноль, ноль. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе. Дорогой товарищ, позвольте нам образовать пусковую пару. Что? Вторая часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждает. Произведена смена режима комплекса. Новый режим – боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петрей уже совсем справился. Чем именно он справился? Вот все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов, вы затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385. Этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу. Вы нарушаете законы СССР.
в должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети «Коллектив» отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Сию секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Запритесь здесь. Что происходит? Запритесь здесь, я сказал. Иди ко мне. Что это вообще? Ладно. Иду. Что? Что за руки такие? Ты игра? Игра в игре. Как-то странно. Странные звуки. Как? Здесь? Яблоки. Ладно.
как-то все тут странно. Как забраться-то нормально? Вот. Никак. Никак. Не так, никак. Я не взял этого яблока. Я хочу этого съесть. Дай сюда. Я кролик или кто? Ну почему? Я хочу. Давай, возьми уже. Надоело. Да, это сложно. Поймал. Ладно. Чудеса какие-то. А здесь не попасть. Идем там. Дерево. О, яблоко. Ну. Thank you.
Ищи. Я здесь. Ищу, ищу. Пытаюсь найти. Да. Да заберись ты уже. Что тут происходит? Ничего не понимаю. Ну, зайчик. Давай. Мне нужно всех. Да бля. О, кроватка. Нет, не помогло. Что тут у нас? Трупаки. Ну, не знаю. Кто это все придумал? Был, наверное, сумасшедший, да? Нужно взять все яблоки. Да блин! Это надолго тогда. Не понимаю. Взял как-то. Еще там. Это за веревочка. Давай пойдем возьмем вот этих яблок.
туда. Не так все просто, да? Блин. Вот. Еще 6. Все. Идем тогда, возьмем. Хватает 4 яблока нету. Они внутри будет или нет? Нельзя. А где еще яблоки? Может, я пропустил? Все так странно. Да что опять не так? Я типа зайчик, что ли? Пропустил. А теперь все. Я пропустил 2 яблока. Ух, далеко же мне. Ну давай, ну выйди уже. И типа мне нужно их, да, собирать. Зайчик, давай, давай.
Патри, сынок, ты жив? Кажется, да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора. Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаэль. У нас мало времени. Левая, помоги. Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент.
Что? Что это было? Последняя дань усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такое способны только два человека. Вы и Петров. Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник — нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. Это там было внизу. О чем именно вы спрашиваете? А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Кто перебил госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. Допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там? Информационный накопитель выглядит как человек. Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сеченову изначально как близнецы-балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, он всегда находится рядом с ним в качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор, зачем нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Твою ж мать. То есть эта хрень может подойти к кому-нибудь сзади и убить мгновенно, не оставив следов? И возникает версия о том, как некто погибший без свидетелей при загадочных обстоятельствах поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучие пироги. Есть над чем подумать. Все, поговорили. Не туда. Я бы хотел бы сохраниться, если это возможно. Есть какой-нибудь дом или что-то похожее? А, я здесь. О, как раз. Ой, этот отдыхает здесь. Хорошо. Доступ разрешен. Ладно. Что я могу улучшить? Что здесь? Рецептик. Не хватает. Рецептик. Блин. Повсюду рецепт. Ничего не могу сделать.
Да ну вас всех. На что ты? Рецептик нужен. Опять. Кассетник. Можно улучшить. Давай улучшаем еще раз. Рецепт. Повсюду эти долбанные рецепты. Что? Не хватает рецепт. Ну да ладно. Что ты? А ты так уже хорош, вот. Почти максимум уже. Рецептов нет. Где все рецепты у меня? Блин. А, забыл. Выберите желаемое действие. Надо бы посмотреть. О, ничего нет у меня вообще. Как-то. Лечиться надо. Электро. Ничего не использую. Вообще ничего. А патроны для дробовика закончились? Что ли? Ну ладно. Тогда так. Окей. Тогда так. Кувалда. Автомат второй. Не нравится. Нет, все хорошо. Это должно быть. Да. Ладно, продолжим другой серии. Было интересно, скажем так. Пока.